утро. Я Екатерина, эксперт по здоровому питанию. Развеем мифы о витаминных продуктах. В каждом продукте свои витамины и полезные вещества. Правда, в разных количествах. А выбрать ту пользу, которая нужна именно вам, можно по цвету. Или это миф? Миф номер один. Налегай на овощи красного цвета и будешь здоров. О том, что овощи – это здоровая еда, знают даже дети. Но о том, что цвет напрямую влияет на самочувствие человека, мало кто задумывается. Овощи красных оттенков содержат большое количество бета-каротина, то есть витамина А, клетчатки и антиоксидантов, витамина С и ликопина. Эти вещества защищают от сердечных заболеваний, улучшают работу мозга, поддерживают суставы в норме. Помидоры, свекла, редис, краснокочанная капуста и сладкий перец отлично дополнят ваш рацион. Но полезны они не всем. Например, болгарский перец нельзя при гастрите и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В его семенах и шкурке содержатся опасные вещества. Любите перец? Тогда убираем шкурку, семена и термически обрабатываем. Миф номер два. Смузи – это еда самых стройных голливудских звезд. Смузи – это густой напиток в виде смешанных в блендере или миксером ягод, фруктов или овощей. Его полезность зависит от ингредиентов и их пропорций. В основном смузи заменяют прием пищи, ведь они сытные, а в овощном напитке еще и много клетчатки. Она поддерживает здоровый вес. Но будьте осторожны, во многие магазинные смузи добавляют сладкие фрукты, молоко, сиропы, йогурты, шоколад и даже специи для более насыщенного вкуса. Такие сладкие смузи повышают уровень сахара в крови, а там и нарушение микрофлоры кишечника, аллергия и кожное высыпание. Сочетайте продукты разных цветов и форм, и пусть на вашей тарелке появится самая настоящая полезная радуга.